Здравствуйте, время денег на Хабар 24. Программа для тех, кто любит деньги и хочет знать, как их делают во всем мире. Сегодня поговорим о польском злотом. Термин «злотый» появился примерно в 15 веке. Так называли все иностранные золотые монеты, поступавшие в страну. Массовая чеканка злотых, как валюты Речи Посполитой, началась во время правления Яна II Казимира около 3,5 веков назад. У современного человека злотый 17 века вызвал бы недоумение, ведь на самом деле он был сделан из серебра. О польском злотом известно следующее. Эмитент и территория обращения. Республика Польша. Современный злотый введен в 1924 году. Валюта-предшественник – польская марка. Один злотый состоит из 100 грошей. Монеты и банкноты в обращении. Монеты – 1, 2, 5, 10, 20, 50 грошей, а также 1, 2 и 5 злотых. Банкноты – 10, 20, 50, 100 и 200 злотых. На аверсах монет отчеканен государственный герб страны, на реверсе – номинал в растительном орнаменте. На лицевых сторонах банкнот изображены портреты правителей Польши. В 2014 году Национальный банк обновил купюры номиналом от 10 до 100 злотых, а в 2016 в обращение поступили 200 злотых. Современные банкноты обладают самыми передовыми защитными элементами. В 2004 году Польша вступила в Европейский Союз. В будущем запланирован переход с национальной валюты на евро. Но пока все платежи производятся только в злотых. Обменять валюту можно в одном из обменных пунктов, который в Польше называется «контор». Здесь доллары или евро легко превращаются в злоты и наоборот. Уличные менялы строго запрещены. По текущему курсу один польский злотый обменивают примерно на 81 тенге.